Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Напоминаю, что в прошлом нашем выпуске мы стали отвечать на вопросы, которые задали нам дети, о том, что же такое Рождество. Детишек мы нашли в гимназии преподобного Амвросия Оптинского. И все они с большим удовольствием поучаствовали в нашем проекте. О том, как это происходило, мы предлагаем вам посмотреть прямо сейчас. Точное время родился Христос. Почему на Рождество можно не спать? Почему Мария родила Христа? Почему в Рождество дарят подарки? Почему Господь избрал именно Богородицу, чтобы родить Спасителя? Люди, ликуйте все дни, с торжеством дни Христова Рождество. Постыли в пещеру. Почему только на Рождество звезда загорается такая яркая и большая? Почему на Рождество ставят елку? Почему на Рождество Христово прилетают ангелы? Почему Рождество празднуется в разных стилях? Вы сейчас увидели лишь часть всего процесса. Остальные вопросы детишки написали на листиках, мы их перепечатали, и сейчас будем задавать отцу Дмитрию Симонову. Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте. И я надеюсь, что ответы, которые вы дадите, не только удовлетворят наших детей, но и родителей, к которым дети приходят с такими же вопросами, и эти вопросы многих родителей, меня, например, точно ставят в тупик. Вот, например, один из таких вопросов. Почему волхвы волшебные? И волшебные ли они? В нашей прошлой передаче мы немножко об этом размышляли. Они не волшебные. Они самые, что ни на есть, обыкновенные люди, которые, как мы уже говорили, скорее всего, по мнению ученых, были жрецами древней персидской религии, которая называлась зороастризм. Они занимались астрологией, они изучали звезды, они пытались исцелять людей. Возможно, ассоциации, да, у древних представителей в христианстве, да и вообще греческого мира, они ассоциировались с какими-то волшебниками. Но сами по себе это были обычные люди, но тем не менее вот их такой религиозный опыт, их искренний поиск ответов на самые главные вопросы привел к такому видению мира через внешние, в том числе и проявления, вот явления, точнее, звездного неба, понять, что грядет какое-то важное событие, и они отправились на запад, да, потому что Евангелие говорит, что они пришли с востока, они отправились на запад, в сторону Иерусалима и Вифлеема, для того, чтобы найти того, рождение которого, предзнаменование, вот они увидели на небесном своде. Ну и тут, видимо, есть еще вопрос в том, а сделали ли они это магическим путем свои вычисления или каким-то астрономическим, или... Ну, дело в том, что в ту эпоху астрология это сразу, скажем так, комплекс нескольких направлений. Это и наука, астрономия. Конечно, не на таком уровне, на котором наука развивается сейчас. С другой стороны, это какие-то религиозные практики зороастрийские. И это некий духовный опыт, который, конечно, не соответствует библейскому. Но, тем не менее, нужно сказать, что зороастрийцы были монотеистами. Все-таки они почитали одного единого Бога. И их вот этот самый поиск, я думаю, он включал в себя всего понемножку. И именно...
я все-таки повторюсь, их искренность позволила им воспринять это самое откровение и направиться в поисках главного ответа на вопрос, то есть в поисках встречи с тем важным, кто должен был родиться. Ну, будем надеяться, что даже если они были волшебниками, то после того, как они познакомились со Спасителем, они таковыми перестали быть. Позволю себе такую ремарку, наверное, невежественную. Буду задавать следующие вопросы. Почему Иисуса назвали Богом? И еще, Иисус когда-нибудь ходил в школу? Его Богом никто не называл. Просто в какой-то момент с большим удивлением люди, знавшие Иисуса, поняли, что это не просто человек, это было откровение свыше. Первым из людей нечто подобное стал понимать Иоанн Креститель, об этом мы читаем в Евангелии. Он, то, что он не просто человек, не просто Мессия, обещанный Спаситель мира, а он сам Бог, который стал человеком. Это откровение было большим потрясением для его учеников, потому что никто не ждал, что Бог совершит именно такое действие. Никто не думал, что Бог может быть настолько близким и так много сделать, как, например, говорит Писание, да, отдать своего Сына Единородного в жертву для того, чтобы спасти людей. И чтобы Он спас нас от власти зла, греха, смерти, самого страшного, да, что может произойти. И вот это было не то, чтобы его кто-то назвал, а это было именно откровение. Об этом люди поняли, об этом обо всем мы читаем в Евангелии, да. И, конечно, самым ярким переживанием, самым сильным, это было все события после воскресения Христа из мертвых. Ну и второй вопрос, вот такой серьезный был первый вопрос, и такой почти шуточный второй. Ходил ли он в школу? Очень интересовало детишек. Мне кажется, что это совсем не шуточный, это очень важный вопрос. Евангелие нам ничего не говорит о детстве Иисуса, но мы с вами должны понимать, как был устроен мир иудеев первого века, в котором жил маленький Иисус. Там не было школ в нашем сегодняшнем понимании. Чему могли учиться дети? Они могли учиться профессии, которой занимались их родители. В данном случае его нареченный отец Иосиф, он был плотником, или, как предполагают некоторые, каменщиком. В любом случае, он нечто строил и делал своими руками. И, конечно, Иисус у него учился. Но существовали и еще и религиозные уроки, и там, где учились читать, писать, такие школы были при каждой синагоге. Синагога – это было место, как у ветхозаветного Израиля, так и в современном иудаизме, место для субботней молитвы, куда собирались все молиться в субботу, место, куда приходили для того, чтобы решить какие-то сообща важные вопросы. И одна из важнейших функций – это была как раз школа, где учились читать, писать. Конечно, не учили в таком большом объеме, как современные дети. Вот. У наших детей сейчас больше возможностей, чем у детей 2000 лет назад, получить больше знаний, больше образования. Но, тем не менее, конечно, это было очень важная составляющая. И я, хоть Евангелие об этом ничего не говорят, я уверен, и многие ученые уверены в том, что Иисус, конечно же, ходил учиться, потому что он должен был научиться читать. И о том, что он умел читать, мы как раз Евангелие об этом нам говорит. Дело в том, что я помню, как писался этот вопрос, и тогда возникла такая небольшая дискуссия в детском сообществе, разные гипотезы звучали, и вот я помню, прозвучал еще такой вопрос, откуда же он тогда все знал? Вот тут, наверное, это к школе мало все-таки имеет отношение, вот это вот все знал он, наверное, все-таки не из школы. Ну, конечно, здесь для нас есть некоторая тайна, но, тем не менее, мы никогда не забываем о том, что это был Бог воплощенный, да, и его всеведение Божие – это одно, но его принятие человеческого естества, человеческой природы, его не отделяло от других обычных детей, поэтому, я думаю, все, что нужно по своему человечеству, он получал, как обычные дети. В этом мы с вами видим, как сильно Бог смиряется в своей любви, как он сильно проявляет любовь. Ведь когда он стал человеком, он принял
все то, что есть у обычного человека. Он даже детство пережил. Он был совсем маленьким, когда нуждался в защите окружающих людей. Хотя он был не только человеком, а Богом, который всемогущ. Но, тем не менее, он сознательно становится человеком, чтобы быть малышом, который принимает эту самую заботу, дает возможность нам подарить ему заботу, людям, обычным людям. Поэтому я думаю, что его учили родители так же, как и учат многих наших юных телезрителей. Я думаю, это многих юных телезрителей смирит их в смысле, что учиться нужно. Ну, а мы переходим к следующему вопросу. Почему в Рождество надо ходить в храм? Спрашивает Аня. Мы все с вами важные события в церкви празднуем через литургию. Литургия – это самое главное, что только может быть в церкви. Почему? Потому что служба, на которой мы можем причащаться, ее еще именуют трапеза Господня. То есть это когда все христиане, как одна большая духовная семья. Ведь мы так и обращаемся друг к другу в церкви, мы говорим «братья и сестры». Так вот, когда мы все, как одна большая семья, собираемся на трапезу Господню, то есть на праздничный обед. Мы собираемся каждое воскресенье, мы собираемся каждый праздник. И Рождество – один из самых важных праздников, поэтому должен быть этот праздничный обед. Но это не просто обед, на котором приходят поесть, это духовная трапеза, это духовный обед, на котором мы принимаем тело и кровь Христа. То есть это продолжение той самой Тайной Вечери, которую Он совершал. И когда мы принимаем Христа, мы становимся очень близки с Ним. Такая близость, когда мы Его в себя вкушаем, принимаем, она в духовном смысле больше, чем даже объятия. Ведь мы обнимаем тех, кого любим, мы хотим с ними проводить больше возможностей. И вот Бог входит, как мы говорим, даже в молитвах, которые читаем перед причастием. Христос входит в нас, становится частью нас, и мы становимся частью. Такие близкие отношения с Богом даже ангелам недоступны. Бог так много дал людям. Поэтому, если мы в Рождество или в какой-то другой важный праздник останемся без причастия, если мы не будем на литургии, то, конечно, просто будет непонятно, как мы сможем духовно пережить этот праздник без единения, без единства с нашим дорогим Господом. Есть еще вопросы. Вот, например, такой. Почему на Рождество ставят елку? Эта традиция уже несколько столетий существует во всем христианском мире, не только в православной церкви. Пришла она из Средневековья. Существует предание о том, как апостол некоторых германских народов, святой Бонифаций, это было 1500 лет назад, может быть, чуть-чуть поменьше, это было в VII веке, он проповедовал некоторым германским племенам, и для того, чтобы продемонстрировать, что единый всемогущий Бог сильнее всяких идолов, которым они поклонялись, он срубил большой дуб. Этот дуб упал, и ничего не произошло. А при этом святой Бонифаций показал на маленькую елочку, рядом с которой упал дуб, и не смог ее раздавить. И он предложил вот лучше праздновать Рождество Христово, используя эту елочку. Она была, с одной стороны, символом вечной жизни, потому что всегда зеленая, вот, а с другой стороны, верхушкой указывала в небо. Не как большой дуб разлапистый, да? Как стрелочка. Да, она как стрелочка показывает на небо, то есть указывая таким образом на то пространство, небеса, небеса не как, в смысле, там, стратосферу или облачка, да, а как мир горний, высший, духовный. Вот. Ученые, которые исследуют вопрос, говорят о том, что действительно изначально елку использовали в своих, может быть, даже новогодних торжествах германские племена древние, когда они еще были язычниками. И потом, когда христианизация произошла, как это бывало часто, люди становились христианами, и старые обычаи осмыслялись по-новому, в них приходило что-то новое. Например, как на Руси языческий праздник проводы зимы и пришествия весны,
превратился в христианскую масленицу, которой просто предваряется Великий пост. Да, вот эта мясопустная неделя уже без мяса, но еще с сыром, яйцами и молоком, в том числе и сгущенным, у нас сохраняется, знаете, как подготовительная уже неделя поста, но все-таки время не постное. И вот тоже довольно древняя традиция христианская на Руси, она, скажем так, вытеснила масленицу, сохранив радость и торжество, но отодвинув в сторону всякие языческие традиции. То же самое произошло и с елочкой. Вот от германских племен елочка вошла в традицию, связанную как раз с праздником Рождества, когда вечность, да, неизменность вернулась в жизнь людей. Ведь люди после грехопадения стали стареть, болеть, умирать. А Господь своим пришествием в мир, тем, что Он совершил, Он вернул нам радостную вечность. И вот как раз символ этой вечности является вечно зеленая елка, пихта или сосна. И теперь мы очень активно их используем и радуемся этому. Другой вопрос, который относится тоже к празднованию Рождества и к тем обычаям, которые его сопровождают, это почему пекут пряники на Рождество? Это, видимо, просто одна из традиций, но на Рождество пекут не просто пряники. Пряники можно печь в течение всего года. На Рождество пряники должны быть рождественскими. Это такие пряные, постные пряники на жженном сахаре. Я знаю, мы в одном из наших выпусков показывали один из традиционных рецептов северных народов нашей Родины – по изготовлению этих рождественских пряников. Предлагаю нашим телезрителям поискать этот выпуск в архиве и испечь эти замечательные пряники. Но мы переходим к следующему вопросу. Почему именно Мария родила Христа? Это большая тайна. Почему именно она? Потому что, во-первых, только женщина могла стать мамой. Во-вторых, она ведь не просто женщина, а, как ее именует Священное Писание, она новая Ева. Ту ошибку, ту оплошность, которую допустила Ева, ослушавшись Бога, она исправила. Если Ева не послушала Бога и нарушила заповедь, то Богородица, наоборот, показала себя как послушная Богу. Она доверилась Богу, несмотря на то, что, как нам говорит, повествует Евангелие Луки, она очень удивилась тому, о чем ей сообщил ангел, архангел Гавриил, да. Но, тем не менее, она приняла волю Божию, эти замечательные слова, которые она произносит. «Вот я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». То есть ее внутреннее смирение, готовность согласиться с желанием Бога. Я уверен, вслед за всей прекрасной богословской традицией нашей церкви, что Господь выбрал ее именно потому, что она была одним из самых лучших людей, которые когда-либо жили на этой земле. Ее чистое сердце, ее искреннее желание довериться Богу, вот та чистота и свет, которые есть в ее жизни, они были очень важным фактором, из-за которого, да, Господь предложил ей сделать выбор. Но я обращу внимание ваше на то, что Он предложил. Да. Это был ее выбор. Если мы с вами подумаем о том, а что бы было, если бы Мария сказала «нет», «мне страшно, я не хочу», Господь сказал бы «пусть будет по слову Твоему». И, может быть, Боговоплощение отложилось бы еще на какое-то количество времени. Именно поэтому Православная Церковь так почитает Богородицу, потому что ее слово, ее согласие открыло путь нашему спасению. И через нее, и вообще во всей этой ситуации мы с вами видим, как сильно Бог нас любит, как Он доверяет человеку. Ничто Бог не делает вопреки желанию человека, никакого насилия. Никогда Он не принуждает, только собственное согласие и вот глубоко такие честные отношения доверия. Это великолепно. Это учит нас настоящей дружбе и учит нас тому, что такое подлинная свобода. Спасибо большое за этот ответ. Он особенно как-то у меня просто мурашками по телу пробежался этот ответ.
И это выражение, что новая Ева, для меня почему-то открытие. Опять-таки, я только все время убеждаюсь в своем невежестве. Эти детские вопросы заставят меня многое переосмыслить. Почему на Рождество можно не спать? Вот этот вопрос, наверное, попроще. На Рождество можно не спать только в том случае, если есть ночная служба на Рождество. А если служба на Рождество не ночная, то значит, наоборот, нужно перед утренней службой выспаться. А вот если служба ночная, то просто спать некогда. Мы же в храм приходим не для того, чтобы спать, а для того, чтобы молиться и провести это время с Богом. И следующий вопрос. Почему на Рождество пришли животные? Они не пришли, они уже там были. И в историях традиционно, да, мы говорим, что вот в, там, в яслях, в этой кормушечке для скота, где положили маленького Иисуса, там, возможно, были животные, которые в Евангелии не упоминаются. Но есть животные, которые упоминаются у пророка Исаии. Там как раз упоминается вол и осел. Поэтому по традиции из этого пророчества Исаии вол и ослик приписываются как первые животные, которые находились рядом с рожденным Иисусом. И отсюда появилось огромное количество разных легенд, сказок, очень красивых преданий о том, как они своим дыханием его пытались обогреть и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что для нас с вами это указание того, что все животные, которых сотворил Господь, они были сотворены для радости человека, и они, пусть не имеют своей воли, пусть они, может быть, скажем так, не всегда понимают человека, а люди, к несчастью, не всегда бывают по отношению к животным милосердны, но, тем не менее, они тоже жители этого Богом созданного мира и призваны жить рядом с нами. Мы должны научиться их любить. И они тоже, пусть такие безмолвные, но участники радости жизни, которую приносит Господь. У нас еще остались вопросы, и я буду их задавать как можно скорее, потому что хочется уложиться. Почему Рождество празднуется в разных стилях? Вот такой сложный вопрос, но я помню, что это подразумевалось, имелось в виду, почему по старому и по новому стилю или в разных церквях отмечается этот праздник. Потому что есть два календаря, так называемый Григорианский и так называемый Юлианский. Юлианский более древний, но астрономически менее точный. И когда гражданское светское общество перешло на Григорианский календарь, то Православная Церковь в России сохранила традицию справлять праздники по старому календарю, или как называют, по старому стилю, то есть по Юлианскому. Поэтому мы Рождество празднуем тоже 25 декабря, но по юлианскому календарю. Разница у нас в календарях 13 дней. Хотя нужно сказать, что некоторые православные церкви, например, Элладская православная церковь и там многие другие, они празднуют... Болгарская православная церковь. Польская православная церковь. Румынская, да, да. Угу. Много церквей. Вот, собственно, все, кроме русской, иерусалимской, сербской и грузинской, перешли на григорианский календарь, да, и мы вот празднуем в разные дни Рождество, но, как говорит правило замечательное, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, да, Рождество всегда остается одним и тем же радостным, светлым праздником, рассказывающим нам о Божьей любви, поэтому вот исторически так сложилось, что некоторые церкви остались под традиции с юлианским календарем, ну, так и будет. В какое точно время родился Христос? Во сколько имеется в виду? Это неизвестно.
Мы знаем только, что он родился, судя по всему, уже в вечернее время, может быть, даже в ночное. Вот, но Евангелие нам об этом ничего не говорят. Хотя был один ученый, который пытался вычислить через исследование Вифлеемской звезды, пытался понять, благодаря своей теории, прям чуть ли не в какое точное время родился Иисус. Но это только его личная теория, которую некоторые ученые не поддержали, и мы не можем сказать, какое точное время. Ну вот еще один вопрос. А сколько сейчас лет Христу? А на самом деле девочка, которая его задала, сразу услышала смешки за своей спиной, потому что ей сразу стали подсказывать, что так 2018. А неужели так все очевидно? И действительно Христу 2018? Ведь вряд ли. Ему как человеку, по его человеческой природе, да, можно сказать, что почти столько. Хотя здесь тоже все не так легко, потому что вычислять время Рождества Христова, вообще отсчитывать эпоху от рождения Христа, люди стали только в Средневековье, когда христианство стало религией центра Средиземноморья, да, можно сказать, Айкумены, Римской империи, да, вот Византии. И первое такое серьезное исследование научное – это было святого, которого назвали Дионисий Малый. Он был настоятель монастыря, сам по происхождению был из скифских народов. Но, как современные ученые говорят, он, скорее всего, немножечко ошибся. У него не было компьютеров, у него не было возможности пользоваться разными библиотеками. Тогда, в VI веке, в начале VI века, даже поехать из одного города в другой было делом довольно сложным, не то что теперь. И вот, скорее всего, он ошибся на 6 лет, поэтому... Может быть, возраст, скажем так, с погрешностью 4-6 лет, вот как-то так. Но в целом мы можем сказать, что как Бог, Христос вечен по своему божеству, да, он не имеет ни начала и не имеет конца. Вот. Свой человеческий возраст, условно сохраняя традицию, мы можем сказать 2018, можем немножко посчитать, да, прибавив, но самое главное это не меняет, потому что сколько бы ему ни было лет, во-первых, он навсегда остался вот в том возрасте полного расцвета сил, в котором воскрес из мертвых, в котором воскреснет каждый человек, и он таким сохранился навечно. Что ждет и нас с вами после его второго пришествия и общего воскресения? Отец Дмитрий, большое спасибо за то, что вы пришли и ответили на эти вопросы. Я хочу сказать, что мы не все вопросы озвучили, потому что многие вопросы не относились к Рождеству, но они тоже очень интересные. Я думаю, что в какой-нибудь из наших программ мы все-таки найдем время и ответим на них. И, конечно, я хочу поблагодарить и ребят, которые задали эти вопросы. Они очень любознательные, любопытные, а главное, они... И меня заставили о многом задуматься. Вот действительно, оставайтесь с детьми, потому что странно, я многих вещей не знала, но и не задавалась этими вопросами. А теперь, когда увидела, как об этом спрашивают 8-летние дети, поняла, что и мне есть о чем подумать. Благодарю вас еще раз. Спасибо вам большое. И большое спасибо всем нашим юным зрителям, которые задавали такие серьезные, важные вопросы. Мы с вами прощаемся. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч!